Приветствую вас. Понимаете, какая штука? То, что вы не можете определиться с профессией, именно не можете определиться с ней, говорит о том, что есть определенное противоречие у вас. Именно определенное противоречие есть в том, что вы не можете определиться с профессией. Вот. Соответственно, очень желательно для вас вот это противоречие, конфликт, который у вас есть, чтобы вы его выявили, чтобы вы его почувствовали, чтобы вы его осознали. Осознали именно конфликт, который у вас есть, а именно вот в контексте выбора профессии своей. Потому что совершенно очевидно, что если бы конфликта не было, то вы бы очень легко это сделали. Ну, легко, очень легко выбрали бы профессию. Вот. Это первый момент. Второй момент. Нужно как-то определиться с критериями выбора профессии. Это критерии заработка денег, это критерии реализации какой-то идеи, это критерии развития ваших способностей, либо это критерии, значит, продвижения каких-то ценностей. Ну, продвижение, приумножение каких-либо ценностей. Вот. То есть тут вот нужно исследовать данные аспекты. И, соответственно, уже исходя из этих критериев, я полагаю, и определяться вам с профессией. К примеру, если заработок денег – это одно направление, если это развитие способностей – другое, если принесение ценностей – то третье. Вот. Рискну предположить, что конфликт, связанный с определением профессии, заключается в том, что вы боретесь между «хочу», вот что-то, ну, между чего-то «хочу» и «надо». Если я прав, то в первую очередь вам желательно бы снять именно данный конфликт. Ну, данное противоречие желательно снять в первую очередь. То есть противоречие, связанное именно с «хочу» и «надо», чтобы оно вам не мешало. Вот. Ну, условно говоря, чтобы оно не сбивало вас с пути, потому что так, конечно, тяжелее что-либо решить. Вот, значит, следующий момент, который я хотел бы затронуть, касается того, как вам, ну, пожалуй, как конкретно вам видится помощь наша помощь.
То есть, как вы ее видите? Вот нашу помощь вам. Это происходит в виде, значит, диалога. Ну вот, это происходит в виде диалога, да? А либо это происходит в виде беседы по аудиосвязи, например. Или как? То есть вот нам нужно понять этот момент. Как вам видится помощь вам же? Вот. На мой взгляд, это очень важный момент, вот. Потому что от него напрямую зависит, ну, как бы, дальнейшая работа с вами. Вот. А вот примерно так можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Я понимаю, что это, скорее всего, недостаточно для полноценного ответа. Вот. Я отдаю себе в этом отсчет. Но, тем не менее, я полагаю, что как бы, ну, в текущих условиях помочь вам как-то больше, да, возможности не представляется, потому что очень мало информации о вас и очень мало, условно говоря, вводных данных каких-то, которые, ну, мы могли бы использовать для анализа ситуации, вот, и для соответствующей рекомендации вам, уже последующей рекомендации вам. Вот. Обычно, ну, как бы, когда нужно определиться с профессией, то обычно выбирается беседа, вот, в которой, соответственно, происходит выяснение, происходит именно выяснение тех моментов, которые важны для, ну, для человека, для вас в данном случае, да? Вот. Значит, я рекомендую вам отталкиваться исключительно от своих ценностей, от своих представлений, ну, от того, что для вас важно, потому что это не просто, ну, не просто работа, да, какая-то, это именно вот вы этим будете заниматься
большое количество времени, вы будете посвящать этому много времени, вот. И мне кажется, что подходите к вопросу о том, что вам делать, да, нужно аккуратно, осторожно, вот, чтобы не ошибиться и, соответственно, потом не жалеть, вот. Так мне видится ответ на ваш вопрос. Я надеюсь, что для вас это было как минимум полезно. Я надеюсь, что вы для себя какие-то выводы сделаете. Вот. Я бы хотел заранее извиниться, если ответ был недостаточным, потому что, еще раз повторю, мало слишком информации о вас вы предоставили, вот, но если у вас будет желание поработать, если у вас будет желание пообщаться на эту тему, да, вот, то я и уверен, что не только я, вот, мы к вашим услугам обращайтесь, мы будем рады вам помочь, вот. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.